Всем доброго времени суток. Услышал у своих коллег про неубиваемое ведро, то есть гибкое, и решил взять для себя на испытание. Сейчас я просто поиздеваюсь над ним, правда ли говорят про это ведро. А теперь замешаем клей. Я специально бью по краю ведра. Простое ведро уже бы порвало сбоку. Это же пока целое. Так как ведро получилось очень тяжелое, мы его подкатили на колесиках. Теперь немного поработаем. Кстати, здесь видно новый способ нанесения на плитку. Я думаю, в следующем ролике я расскажу, как можно быстро и качественно уложить плитку под паркет. Вот таким вот способом нанесения клея у нас очень быстро уходит клей. И поэтому мы взяли такое большое ведро. Ну а после работы сильно устаешь и не очень хочется отмывать это ведро. Оставили его на ночь, а на утро с новыми силами просто помяли его, и весь клей отошел. Теперь можно приступать к работе. Точно говорят, ведро для ленивых. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.